лагерь у нас, это вот шалаши, это все. Даже мало так меньше было. В каждом шалаше 10 человек. Еще по деревке не было. Это 2 года как раз. Еще было. То есть вы весной пришли к нам в редакцию, да? А летом потом мы приезжали туда, к осени уже ближе. Потому что уже колосья были на это самое, на пшенице. Понятно как. Вот Господь же так сделал. Как ты попался? Тебя бы не было, значит, может, ни на кого не вышел бы. Может быть. Это все у Бога, все сочлененное. А Галенко-то ты хорошо знаешь? Конечно, знаю. Вот. И он приехал тоже первый раз, кажется, в этом же году, осенью. А он был Мамонтовской газеты. Свет Октября. С Тритунским. И у нас завязалась такая же дружба. Он все эти годы приезжал. Он тоже престижную премию взял, чуть ли не первый раз Останкина. За публикацию материала охрана называется. Ну, он по милиции. Да, по милиции. Милиция работает. Да, по милиции. Сейчас они что-то там поругались. Вот я могу показать здесь, кто это сидит. Это Денис. Ну тут племянники мои. Племянники. Племянники. Марк. Вот недавно он приезжал. Вот Саша сидит. Это наши шалаши. Это Данила. А там эта девочка, это Эмилия Черепановна, приехали. Приезжала. От отца Геннадия, конечно, пастора. Синесейска. Вот они где. Видишь, какие шалаши, все покрыты в Это памятник садов. Определенно счет Сейчас студенты какие-то. Мудрец меня фотографировать весь рост. Видишь, я как бы. Ну конечно, а тут. Нет, вот смотри, я специально не стал раздеваться, хотел про штаны снимать, потому что в избе голод. Ребят, Это шалаш. Вход в шалаш. Это в шалаш. Она нырнется, сейчас ты в шалаше сидит. Это шалаш. Вон, с той стороны видно, на 10 человек шалаш. Мы сейчас смотрели. А вот Саша взял вот эти колоски, сорвал у него были, и положил вместо закладки пшеницу в закладку. Ну вот это вот. Интересно, это Библия. Ее не разводить. Вы знаете, что она в лагере? В лагере сидела. В лагере, в Красноярске. Она приезжала, две сестры. С Красноярска? Да, ну, как будто так, с Енисейска. Енисейска. От отца Геннадия. Вот так. Видел? Я вообще вот это, как будто вот живое. Все, по-новому все. Вот нет, вот колоски, как будто это мы смотрим кино, а не фотографии. 22 года, прикинь, есть сколько, если ему 15. Ну, сейчас уже, сейчас. Уже под 40. Ну, пойдешь ко мне? 40 лет. На это остается память. Ну, так получается. Фотография не приезжала я. Тема-то вечная. Тема вечная. Сами не тема. Потому что инструкция там была. Как раз так и назвали. Вечная Россия. Все меняется. Нет, все там нормально. В коробочку надо просто было положить. Их два лежат. С Наташей. И маленькая девочка, это женщина, такая обычная девочка. Ну, мы с ней беседовали, слушали, а потом говорит, Наташа, ты меня не узнаешь, так глаза наклонила. Она говорит, нет, долго смотрит на нее, нет, говорит, не узнает. А потом, говорит, я такая маленькая была у вас, это прошло уже, говорит, вот сколько было лет, ей, наверное, 10, и сейчас ей уже 18, 8 лет. Да, конечно, где же узнаешь. А я замуж вышла и родила, вот мой ребеночек. Наташа, ну там сколько в лагере тебя звать? Прошло, она даже да. Имя ее не вспомнила. Так изменились взрослые. Так вот это уже под 40 лет. Не, да, это сейчас уже. Уже детей сколько, наверное. Ну, у вас это вообще шикарно. А какие цвета-то? Вот даже вот эти вот салоны. А это старая пленка, еще это самое германское. Я нашел слайд старый. И вот так оцифровал. Да. Ну тогда такая пленка была. Это сейчас хорошая, а тогда-то не было хороших пленок. Вот,
Вот у нее вот такая возможность. У нее нет, конечно, фотографии, откуда она. Но они же уехали, больше никогда не вернулись сюда. Если бы они возвращались хотя бы. Главное, еще сложила руку. Нет, ну понятно, ну как бы. А там? Потому что Витя с Петухом сидел рядом. Да, есть фотографии. Саша, а эти фотографии соответствуют действительности? Ты фотомонтаж не делал тут? Здесь нет. Нигде? Нигде. А ваши, пойдем как посмотрим. В ваших этих снимках нигде. Ну, то посмотрим. Давай. Этот, простите уж. Оттуда сверху принес. Думаю, ладно. Это ничего. Все равно верх-то ваш и низ ваш. Ты его на фотографии или крест поставил это? Потеряевский поставил. Ну, почему это? Потеряевский. И крест-то Потеряевский? Потеряевский нет. Тут ничего, я как бы нет. Я думал, подрисовано. Не нарисовал. Это ваш же крест. Ваш крест. А где он? Ну, может быть, мой. Действительно мой. На моем отделе поставили. Ну, там первые проходишь, они вот как-то это самое неухоженные были. А дальше идут уже ухоженные, которые... А ты на китайское кладбище принес? Да, конечно. Вот такое кладбище. Говори. Ну, просто чуть совместил, чтобы такой образ получился художественный. Здесь, да, это я тот самый, конечно. Так, Женя, ты когда будешь свободен? Мы сейчас находимся в университете, в нашем выставке. Ты подъезжай сюда тогда, а потом меня отвезешь до дома. Ты знаешь, где Алтайский государственный университет? Так вот, там главный вход, а другой поближе. Здесь фотовыставка. Такой круглый, как бы, вход какой-то из бетона. Да. Что? Ты понял, где? Прямо около краевой администрации, а там видно дворец спорта. Мы сейчас уже здесь находимся, вот сейчас. И ты подержишь как... Все, давай, мы тут будем. Потеряйте, привет, фермер, интересно. Ну, мы можем посмотреть пока ту выставку. Потом сюда вернемся, там Наталья. Вот фермер висит, приедет тоже. Настоящий, с соседнего села, знакомый. Ну, хорошо. Это не просто фермер, это большой фермер. Он подобрал все село. У него, у одного, вон, сейчас заведует, 6500 гектаров. Ну, это в какой деревне? Под Степной рядом. А, у вас же в Подстёпном. Да, так он снабжает этот, видно, поваренный этим ячменем. Ячмень, да? Тысячи там гоним. Молодец. У него урожай, а как фамилия? Передовые. Все у него. Фамилия как, спрашиваю? Фамилия Долгов Евгений. Да. Он говорит, через 5 минут буду здесь. Он в городе. Он где-то в городе, значит. Вот, да. Ты его увидишь, он сильно помогает. Вот так. Про него передача. У меня сейчас вопрос, как ты мне фотокарточки тебе дашь, снимешь? Именно на диске. Да, ну я могу для интернета сбросить по электронной почте, а потом на диске принести. Нет, лучше сразу. Да, ты все эти можешь отработать, и все за диском придут наши ребята. Ну сегодня я просто еще другое место пойду. Завтра. Разницы никакой нет. Ну, потому что сегодня мне еще надо место. И делаю больше. Все будет надо. Вон, видишь, как нашли вас свет. Вот как где-то. Как раз ступени будут. Иди, иди рядом, что стоите-то? Ну иди. Нина, что с тобой? Иди туда, сестры наши. Идите туда, пропусти их. Саша, пропусти. Иди вперед. Никакого от них не получится. Во. Тут слишком солнце, давайте его направим. Вот куда поставить, он знает. Вы тут сидеть не будете. Вы тут сидеть не будете, говорю. Ничего не правильно, что ты не всегда же справишься.